Мы в восторге. Мы тоже. Да, и мы тоже, да. Я хочу напомнить, что у нас сегодня знаменательное событие. Мы даже выписали фотографа по такому случаю. Какая же свадьба без генерала? У нас сегодня в гостях Сергей Чепенко и остальные его друзья. Фельдмаршалы. Да, и остальные фельдмаршалы. Это Слава Ханов. Это очень известный московский гитарист. Я действительно хочу сам ему поаплодировать, потому что для меня всегда большое счастье, когда... На память передай маме привет, Слава. Всем привет. Хочу передать маме привет. Это, да, вот если работает микрофон, то это говорил Митрофан Третий. Это у нас такой барабанщик. Денис Маринкин, он же. Денис, пользуясь случаем, передай, пожалуйста, привет. Да, он уже передал. Значит, почти самый скромный из нас музыкант, который действительно очень талантливый человек, но обладает такой вот очень скромной харизмой, очень порядочный, интеллигентный человек, которых сейчас, коих мало осталось, это Алексей Заволокин. Это прекрасный музыкант. Он, к сожалению, не может встать, потому что размеры студии очень большие, а он небольшого роста, поэтому он так... Не допрыгнет. Да. Значит, как Евгения сказала, я радиоведущий этой компании хорошей, вот, и по совместительству еще руковожу группой «Трансатлантик». Зовут меня просто Сережа Чепенко, если я так позволю себя называть, несмотря на свои юные года. Да, спасибо, Женя. Да, значит, и вся эта группа называется «Трансатлантик», и если вы где-нибудь на афишах, на небольших, которые висят в городе, увидите это название, то можете смело бросить все дела и идти в другое место, только не на наш концерт. Спасибо. Хорошо, я думаю, они так и зрители так и сделают. Вообще, хочется спросить, как такие замечательные люди вот так вот собрались вообще? Как шли мимо, познакомились? Ну, вообще, да, вы знаете, это все в жизни, конечно, случайно. Я всегда хожу по улицам и ищу, кто мимо меня пройдет, и спрашиваю, вы не музыканты? Когда говорят, нет, не музыкант, я иду дальше. Так я ходил долго по Москве, вот в поисках славы. Но, к сожалению, понимаете, я ходил по одному кольцу Садовому, а он по другому, по третьему. И нам поэтому очень нужно было много времени прожить, чтобы встретиться. На самом деле, это все, конечно, не случайно. Все кольца в жизни соединяются, и они заканчиваются на каком-то одном из пальцев, на четвертом правой руке или на четвертом левой руке. Да, непростое украшение. Да, это не просто украшение. Я думаю, что мы обручены, с одной стороны, со Славой и с ребятами, а с другой стороны, обречены, потому что я думаю, что я постараюсь в браке с ними быть как можно дольше. Ну, это замечательно, если есть такие намерения. Это музыкальная, естественно, терминология. Конкурирующие фирмы могут меня не беспокоить по этому вопросу, потому что я занят в окружении этих прекрасных людей. Все, конечно, это шутка. На самом деле все происходит, как вы знаете, все достаточно просто. Все мы находимся под Богом, и поэтому Бог нам периодически посылает тех или иных людей, музыкантов, в наказание или в назидание за что-то. Я долго искал возможности встретиться с Славой. Хотя, конечно, я вам сейчас в эфир вру, но тем не менее, вот 10 лет назад меня с ним познакомили заочно, и я как бы не хотел с ним встречаться долго, естественно, музыкально. Вот. И когда я услышал, как он играет, то я действительно понял, что это была моя роковая ошибка, и что, в общем-то, я ее пытаюсь сейчас исправить, потому что этот музыкант, помимо того, что здорово играет на гитаре, и ведь, знаете, самое главное, что ведь не нужно играть здорово на гитаре или не здорово, нужно жить этим инструментом, нужно не просто владеть, а нужно войти в этот инструмент так, чтобы это была органика, чтобы ты, в общем, простое слово, играть на инструменте, не страдать, не выучить, Слава вот играет на инструменте совершенно уникально. Вот самый скромный участник нашего коллектива, артист театра будущего какого-то, это действительно так, потому что он действительно артистичный человек, это Денис Маринкин. Покажись, пожалуйста, который передает все время привет бабушке. К сожалению, бабушки уже нет. Я не знаю, куда он передает приветы, но тем не менее... Все время показывает козу. Козу, да. Но это, вы знаете, у него прошлое очень такое яркое, бурное. Он очень много играл Земфиры, и поэтому вот эти вот хорошие манеры от стадионов и остались, а мы его загнали в маленькие клубы, где играются для немножко другой, скучной, интеллигентной публики. Вот поэтому... Да, сейчас... Но на самом деле, действительно, это, я думаю, что не нужно никаких моих комментариев для того, чтобы понять, что действительно человек, который играет на инструменте, хорошо. Он играет, он балуется, он артист, он и в жизни артист. Он человек, который вот в Германии, я считаю, где мы были сейчас на гастролях 3 месяца, отыграли порядком 70 концертов. Он просто спасал ситуацию эмоционально, потому что мы попали, в общем-то, в плен.
к нашим... Не надо. Этого, кстати, уже ничего нет. Мы попали в плен к нашим союзникам, к немцам, которые к нам очень ласково относились. И мы, в общем-то, находясь в вот этом жестком контракте, и ощутили нехватку Родины. И вот и нехватку Родины как раз доставлял Денис Маринкин. Вот. А Алёше, я даже не знаю, что много рассказывать. Он хорошо играет на инструменте. До этого он играл во многих коллективах, но там не уживался. Отовсюду его выгоняли. Поэтому, когда он написал объявление по интернету, что хочет работать в группе «Трансатлантик», мы, в общем-то, его с нетерпением взяли. И, в общем-то, никуда больше, наверное, не отпустим, если он опять не убежит от нас. Поэтому... Наверное, за приличное поведение выгоняли. Да? Ну, в общем, да, он очень скромный, поэтому сейчас это не модно. О себе что могу сказать? Просто могу сказать... Нет, тогда я все-таки это доверю Славе, потому что все-таки это человек старше Леши, мудрее, опытнее. Славочка, вот микрофон. Только хорошее, пожалуйста. Да, только... Я скажу только хорошее. Сергей Чепенко. Как выпадает из этого коллектива. Ну, я буду придерживаться традиционного жанра большинства радиопередач. Я скажу, что это замечательный пианист с очень яркой биографией. Человек, у которого блестящая школа, у которого за плечами и очень учеба, много учебы и преподавания, и концертной деятельности. Я думаю, что просто все, кто сейчас нас слушает или смотрит, могут зайти на сайт transatlantic.ru и почитать. То есть я сам, честно говоря, только недавно зашел и почитал, и узнал, какая у Сергея биография. Он никогда сам об этом не рассказывал. Ну, естественно, он является автором большинства, почти 99.9999% программы, исполняемой нами, группой «Трансатлантик». То есть и работать нам очень легко, замечательный пианист, композитор и, в общем-то, очень, вот, как вы видите, веселый человек, и все мы здесь достаточно веселые люди, и очень рады, что весна наступила. Да, вот это вот замечательно. Это нас вообще радует больше всего. Действительно замечательно. Не обещаю прибавки гонорара, но точно остаешься в коллективе. То есть гонорар уменьшится, конечно. Ну да, вот такая вот замечательная реакция. Но я думаю, можно, наверное, что-нибудь сыграть. Слав, что мы сыграем? Что вы хотите, чтобы мы сыграли? Мы, наверное, пойдем уже. В принципе, мы все вам рассказали. Я думаю, да, действительно, что тут уже, все на обед, наверное, ушли. Да, думаю, вот, да. И нам пора. Thank you.
Thank you.
Вообще здорово зажгли, вообще просто. Можно уйти в астрал запросто. Но нет, мы, конечно же, сказали это не вам, а нашим слушателям и зрителям. Я думаю, что они уйдут, походят, вернутся, конечно же. С чата можно? Да, вот вопрос из чата. Наш слушатель спрашивает, а где вы больше выступаете, у нас в стране или за рубежом? И где больше публики собирает ваши концерты? Чаще всего мы выступаем, по-моему, у вас. Потому что после именно у нас в студии. Вашей телевизионной программы, еще радиопрограммы. Вот, но если серьезно говорить, то мы выступаем везде. Везде это значит Израиль, Канада, Европа, Германия, вот нами любимая теперь. Ну, Россия в основном. Российские клубы, российские фестивали. В общем, это совершенно, ведь публика не дифференцирована ни там, ни тут. Она интересна и там, она интересна и здесь. И часто на концертах, вот, например, клуб «Форте», где мы очень часто играем, приходят совершенно неподготовленные люди, то есть приходят на банкет посидеть, попить чай, кофе, послушать тихую музыку, и тут вдруг мы начинаем так зажигаете, тихо, да, играть, что, в общем, в конце у них появляется улыбка. Денис все время спрашивает у всех телефоны и адреса, мы уходим, и, в общем, они приходят вновь на концерты, поэтому публика везде бывает разная. Бывает, что и в Европе сидят со стеклянными глазами и ничего не понимают, и это не нравится. И здесь дело не в публике. Публики, на самом деле, плохой не бывает. Бывает плохая музыка и плохое состояние, когда человек не может донести то, что он думает, до того человека, кому он посылает все это дело. Поэтому надо просто учиться играть. И мы сейчас находимся еще где-то второй класс, вторая четверть, наверное. То есть нам, да, а классов сколько? 10, 11? 11. Ага, по новой системе. У нас еще есть время, чтобы научиться играть. Ну, в принципе, вот такой бы был бы мой небольшой. Здорово, да. А я вот зажала такой один секрет. Дело в том, что, наверное, многие не знают, наши слушатели и зрители, что нынешние наши сегодняшние гости, они играют вообще не вот так вот по радио типа нашего, а вот там покрупнее полет. А, вот так, да? То есть побольше радио, да? Ну нет, не радио побольше. Нет, не радио побольше, а такие, ну, допустим, что вы знаете о Deep Purple. Хорошо, такой же, не вот понял. Намек. Ладно, не будем скрывать от телезрителей, что вы ничего не знаете обо мне, а я о вас. Это шутка, конечно, но тем не менее. Чтобы такая маленькая справочка о Трансатлантике. Эта группа существует очень давно. Вот, и вот нынешний ее состав собрался недавно. Он собрался где-то в октябре месяце, за исключением Славы, который с нами работает уже давно, гитарист, лет 12, говорит, или 15, хотя мы встретились с ним 5 лет назад, если вы помните, то... Ну, он с вами был мысленно. Да. Значит, из каких-то... Ну, я не знаю, это не звезды. Дело в том, что это почему-то в российской эстраде появилось такое понятие, как звезда. В Америке, например, ну, действительно звезда — это когда что-то такое заоблачное и, в общем, недосягаемое такое астрологическое понятие. Для нас мы просто поиграли с такими, ну, выдающимися музыкантами, как Дэвид Манн, Ники Ричардс. Ники Ричардс — это певица, которая играла... И играет постоянно с барабанщиком, с американским Ленни Уайтом. То есть это потрясающий музыкант, это гениальная певица, которая просто потрясла в Москве здесь всех. Мы играли концерт «Дом кино», и мы сами получили громадное удовольствие от нее.
Это Чак Лоэб, гитарист. Это один из самых ведущих смув-джазовых музыкантов Нью-Йорка, который играет практически со всеми звездами, в том числе со своей женой Кармен Куэста. Это Фил Перри, певец. Я думаю, что многие знают. Фил Перри работал с 4Play. Но я просто не могу сейчас перечислять, с кем он не работал. То есть это действительно очень такой мощный музыкант, который не просто певец, вот в понятии нашем российском певец, это человек, который вышел и поет. Нет, это не певец, это музыкант. Это Дэйв Косс, который настолько поразил московскую публику своей вот энергией, зажигательностью. И, в общем, человек, который обладает невероятным обаянием в зале, в жизни. То есть это бывает, вы знаете, вот не секрет, артисты, которые в жизни одни, а на сцене другие. Это человек такой гениальный везде. Эрик Мариенталь. Я играл с Сержу Брандау. Я играл со многими музыкантами, я просто сейчас не буду перечислять. Ну да, это надолго, я думаю. Я думаю, что это не очень интересно. Я считаю, что из самых крупных российских звезд, с кем я работал, с кем мне довелось работать и с кем я работаю, это Марк Розовский. Для меня действительно это, безусловно, единственная звезда. Вот. Все остальные, конечно, музыканты, но вот я не хочу никого обижать, но для меня это личность, это большая личность, потому что музыка — это не просто набор звуков, это не просто набор ритма, это жизнь. Это жизнь, это целое мировоззрение. То есть ну да, человек... в музыке надо как-то жить. Ну вот и... вы видите, вот сейчас ну, да. Вы смотрели, как ребята мы играют, видим, ведь мы практически находимся не в этой студии, то есть это все, что происходит, происходит не по нашей указочке, то есть все откуда-то оттуда. Все, да, все сверху. Да, да. Ясно. Но я думаю, вы можете сыграть что-нибудь, если вы не против, конечно. Да, я даже думаю, что, наверное, мы уже не хотели бы играть, но... Сейчас я даже подумаю, что мы сыграем. А я знаю.
Как здорово. Это была такая картинка. Это картинка. Искали коды, называется, в композиции. Шутка. Здорово. А вот я хочу спросить, ну, я думаю, это интересно не только мне, но и нашим зрителям-слушателям. Как вообще вам приходит вот сверху, естественно, вот такой вот такая музыка? Это вот как Менделееву, там таблица во сне приснилась, и так же, да, ноты снятся? Да, на самом деле так. На самом деле, так. Именно так, да? Я не знаю, как у других людей, которые занимаются сочинением музыки, но чаще всего вот мне все приходит ночью. Я иногда судорожно соскакиваю с кровати, беру какой-то листочек и начинаю записывать, потому что днем все это... Потому что если сидеть и пытаться, вот сейчас я рожу мелодию, получится, жил был бабушка, ну, это в лучшем случае. Поэтому для этого нужно просто какое-то такое спокойное состояние души, когда, в общем-то, ты не занят, не обременен никакими ни бытовыми, там, ни жизненными проблемами, когда ты просто совершенно свободен. И я думаю, что это не мы сочиняем. Мне так кажется. Я думаю, что я не Менделеев все это сочинял. Ну, все то есть свыше, да. На самом деле, я совершенно не вру, когда вам говорю об этом, потому что я сам иногда думал механизм, как сочиняется. Потому что когда начинаешь сочинять, сочиняется какая-то таблица умножения, не более того. Ну, то есть есть логика, но нет жизни. Потому что, ну что, 2 плюс 2 там будет 1. Смысла нет. Ну, действительно, вот, да. Поэтому я думаю, что это все от Господа Бога. Поэтому мы просто такие передаем какие-то вещи. Но я думаю, что тут сумма знаний, потому что... И действительно, то, чем мы занимаемся, и вот этой музыкой, и я, если их смотрят музыканты, я советую больше заниматься музыкой, больше ходить в театр, больше смотреть живопись, смотреть какие-то, читать хорошие книги, то есть больше познавать. И, например, когда нас начинают упрекать в том, что мы играем за умную музыку, не для молодежи, например, я вам могу сказать, что вот, например, моя как бы артистическая карьера-то как раз и начиналась с ДДТ. С того, что, в общем-то, это было достаточно популярно в те годы и достаточно актуально. Поэтому, и чтобы вы правильно поняли, мы никогда не чурались вот, ни современной культуры, ни современной музыки. То есть мы всегда пытались... То, что талантливо, на наш взгляд, то, что интересно, мы пытались пригласить к нам, пытались каких-то людей заманить к нам на концерты, чтобы они были нашими гостями, чтобы мы просто участвовали в их проекте, потому что мы все время впитываем какую-то информацию от них. То есть мы все время учимся, процесс идет. Мы все время... Ну да, ну... Мы некие музыкальные вампиры. Пришло сообщение. Да. Купите аккордеон бабушке. А вот такой вопрос есть. Что лично вас, а также каждого из музыкантов, если возможно, вот побудило в самом начале начать заниматься музыкой? Ну, я сейчас тогда отдам микрофончик быстро, потому что тогда будет моя лекция-концерт. Славочка, что тебя побудило? Ремень папин или... На самом деле было все. Конечно, я с детства всегда любил и слушал эту музыку. С детства я... Всегда любил очень музыку с детства, и просто когда мне даже, я помню, вот со старшими братьями и сестрами мы ходили куда-то гулять, там в парк, там на каруселях кататься, и я всегда обращал внимание, как какие-то ребята сидят просто там на лавочках, там играют на гитарах, думаю, вот здорово. Я вырасту таким же буду, да. Вот, мне очень хотелось научиться играть на гитаре. Очень хотелось научиться играть на гитаре, но получилось так, в школе, где я учился, рядом был только кружок по роялю, баяну, аккордеону, но я выбрал как бы наименьшее зло, пошел учиться играть на пианино. Вот я помню, играл какие-то минуэты. Такое зло покрупнее, чем гитара. Какие-то минуэты Баха, но я постоянно сопротивлялся. Да-да, нет, я соль минорно играл. Я соль минорно, вот, я играл та-да-да-да. Вот. И я всячески сопротивлялся и все-таки вот хотел играть на гитаре, но нам не разрешали играть на гитаре, говорили, что это инструмент буржуазный, капиталистический. Кошмар, что какой. Вот, приличные дети играют. Вы можете понять, когда мы с ним родились. Да. Ну да. Приличные вот советские дети должны играть вот на рояле, аккордеоне и баяне. На трубе, на пионерской. Да, но трубы у нас, слава богу, не было, потому что, так сказать, вот если представьте себе, там одноклассники занимали где-нибудь на трубе, да, вот в каждом углу кто-нибудь
это дул бы там в трубу. Да, у меня соседи в свое время так дули. Да, ну, очень приятно, наверное, очень, да, особенно вот вечером. Но все-таки я вот парень настырный, я все-таки вот встал вот играть на гитаре, и, ну, музыкантом, что удивительно, я быть не хотел. Я думал, что я выучусь там, может быть, там на юриста, еще на кого-нибудь, что... Ну, в общем, я могу сказать, что гитаристом он не стал, зато стал хорошим музыкантом. Ну да, в чем мы можем убедиться, ну, вот лет 16, лет... Гитарист, это, я объясняю, что перебиваю. Это нарицательное. Не, это гитарист, да, сразу такой образ, вот, да, да. Девочка в автомате. Подставляй, пожалуйста. У кого не было слуха, тем говорили, да, барабаны. Ну все, вот Сергей все уже обо мне рассказал. У нас очень мало времени. Да, все музыканты. Вы знаете, я вот сейчас Леша подсказал, а те, говорит, у кого не было слуха, совести и памяти, шли на ударные инструменты, то есть на барабаны. Это, конечно, не так, но, Денискин, подойди, пожалуйста. Камушек в огород. Да, я просто хочу, чтобы он немножечко что-то сказал, потому что это удивительный человек. Культурно. Здравствуйте. Ну, как моя история началась, и началась, наверное, это было, скорее всего, заложено изначально уже, до моего рождения. Вот. Ну, а получилось все следующим образом. Получилось так, то, что я, будучи, наверное, талантливым, безупречным, да, безусловно, перспективным, да, пятилетним мальчуганом. Очень одаренным. Брал постоянно, как сейчас помню, всегда брал карандаши в руки и стучал по столу, что, соответственно, отец вовремя успел подметить и определил мне музыкальную школу. Нашу районную музыкальную школу, да, играть на карандашах, собственно. Вот. На месте тарелок висели бубны, и так я превратился в барабанщика. Вот, собственно. А все это началось с одной музыкальной школы, номер 88, как я помню. Ну, я сейчас вкратце расскажу. Вот. Там я проучился где-то в районе 3 лет, потом мой педагог уехал в Германию, к сожалению. Я докончил все свое, как бы... Самоучка. На самом деле, а да, по большому счету, самоучка. А в Германии мы язык показали? А? Вот недавно язык показали мы в Германии. Типа... Язык, да, какой? Какой тебе язык показать? Нет, мне не надо. Педагогу, который в свое время вас бросил и уехал в Германию. Нет, ну мы с ним, к сожалению, не встретились в силу обстоятельств, потому что у нас была загруженность. Вот он тоже загруженный человек. Несмотря на то, что как бы мы с ним не виделись уже практически лет, наверное, так 10. Вот. Но случая нам не представилось увидеться, к сожалению. Вот и, собственно, все. Так у нас и пошел рост. Во всяком случае, я говорю твердо и уверенно за то, что я самоучка. Потому что, как бы, по большому счету, педагогов нет. Педагог у меня один был, Царство ему небесное, Рупец Леонид Гаврилович, который как бы мне наставил на путь истинный, подсказал какие-то каноны, на которые можно опираться и дальше как бы самому развиваться, собственно. А самый лучший учитель — это ты сам. Вот и все. Это то есть надо, да, заниматься, как бы пахать, и с пониманием дело желательно. Да, вот. Спасибо. Очень интересно. Пользуясь случаем, хочу маме передать привет. Спасибо. У мамы нет интернета, и практически она с удовольствием смотрит. Но ей, наверное, соседки расскажут. У меня тоже, скажем так, задатки гения обнаружились в раннем детстве. Родители вовремя это осознали и сдали с потрохами музыкальную школу. Конечно, вначале был напряг, а потом уже годам 12-13 уже был определен выбор инструмента и пути, направления, в котором двигаться. В общем, так оно и пошло дальше. И пошло, результат на лице, как говорится. Спасибо. Так как у него симпатичное лицо, значит, можно сказать, что есть результат. Действительно. Значит, я вот смотрю, опять телезрители прислали маленькую смс-ку. У нас осталось 7 минут или 6? У нас осталось 14, да? Ага. Так что просто еще можно что-нибудь. Я просто литраж времени использую. Но все о себе рассказали, значит, да? Да. Практически. Самое главное. А самое главное кто? Центральный фигур. Хорошо. Ну ладно, тогда быстренько. Наверное... в двух словах. Самый главный, значит, закончил сначала консерваторию, потом аспирантуру. Учился у профессора Франк, это ученик Рахманинова. После этого я был... Да, я преподавал в консерватории, потом я преподавал в ГИТИСе, много лет работы в театре Марка Розовского. Вот, в Германии мне приклеили кличку «профессор», так как я доцент, и там нету другой. Да, вот. А там нет, вот. Нет там эквивалента такого, доценту, да, нет? Да. Как я же так так-то? Немножко пафос включил. Вот, чуть-чуть. И занимаюсь музыкой, занимаюсь достаточно бескорыстно этим делом, потому что это мое как бы единственное любимое занятие в жизни, чем я могу заниматься, чем я действительно люблю. И, в общем-то, смысл жизни у меня заключается именно в музыке. То, что меняются музыканты, меняются коллективы, это, с одной стороны, даже хорошо, потому что приходит новая свежая кровь, новая струя, и я, в общем, как уже старый вампир, начинаю подпитываться от них
Со мной работало очень много известных российских музыкантов, которые сейчас, в общем-то, одни из лучших гитаристов, бас-гитаристов, барабанщиков. Я просто не буду перечислять, чтобы не обидеть кого-то из них. Но в «Трансатлантике», по моей статистике, переиграло порядком 56 человек. То есть в разное время входили и выходили из этого трамвая вот такие люди. Такие, например, как Слава Назаров, «Царство ему небесное». Это выдающийся американский уже теперь тромбонист, который стоял в основании этой группы. Я просто вот про самый первый состав хотел бы так сказать. Это Ринат Шаймухаметов, который живет в Нью-Йорке, гитарист, который играл потом в «Аллегро». Это барабанщик Сергей Остроумов, который, слава богу, жив, дай бог ему здоровья и всего, всего самого наилучшего. Это те первые люди, с кем мы начинали вот этот проект как «Трансатлантик». То есть я стартанул с очень сильными музыкантами. И в тот момент, когда я, будучи академическим музыкантом, начал заниматься джаз-роком, мне все показывали вот так. Мне и сейчас это показывают, но вы знаете, мне сейчас уже это приятно. Ну, тогда да, было уже больно. Вот так, значит, у кого-то либо болит, значит, я не безразличен. То есть мы принимаем любую критику, даже самую негативную, потому что в этом есть рост. Значит, кто-то слушает, значит, кто-то смотрит, значит, кто-то завидует, и значит, мы движемся вперед. Конечно, если есть реакция, это значит, что уже что-то задевается в народе. Вот. И все-таки самый первый вопрос был, что побудило заняться музыкой? По-моему, вот не все сказали. Что? Что побудило? Но я думаю, что, вы знаете, наверное, вот, чтобы не врать никому, я думаю, что в детстве побудило обычно настырность родителей, потому что если вот сейчас вот 4-летнего мальчика скажешь, что ты любишь музыку, он скажет «да». Если ты любишь там самолет, он скажет «да». Ты любишь покушать «да». То есть будет «да». Можно придумать. Вы знаете, я думаю, что мои родители были музыкантами. Перед моим родителем мои прародители были музыкантами. Поэтому, знаете, как тут это вот у вас все семейное. Ну, это не то, что вот хорошо или плохо, но все равно мы как бы в материале находимся. И вот эта генетическая связь, она переходит из поколения в поколение. Поэтому что дальше побудило заниматься музыкой, вот это уже другое. Меня, например, побудило то, что я пришел на концерт к своему дяде, это пианист Валентин Бельченко, и мне понравилось, как у него трясся рояль, и после этого ему подарили цветы. Мне было 6 лет. Все, я понял, я хочу то же самое. Мне нравилось, как трясется рояль, хлопает и дарит цветы. Честно говорю, я начал с этого. Хотел бы этим и закончить. Замечательно, да, я в свое время тоже хотела пойти в школу ради нашивки такой с книжечкой, но потом я так и была расстроена, потому что я узнала, что эту нашивку нашивают только мальчикам, а девочки ходят в отстойных сарафанах, и я, в общем, очень сильно расстроилась. Хорошо, хорошо, зато честно. Ну и знаете, вот я еще так вот, мне сейчас мой коллега и друг, который пригласил меня на радиопрограмму, Артем, показывает, что нам осталось 5, 6, 7, 8, 3 минуты. Мы играем подольше, поэтому вы нас потом просто выключите. Всем, кто нас смотрел и слушал, большое спасибо за терпение, за наши очень остро такие вальяжные шутки. Просто утром мы еще не проснулись, все музыканты спят еще в это время. И вы знаете, и как все белые музыканты, которые родились в России, всегда почему-то тянет сыграть блюз. Да. Вот мне очень хотелось бы задать своим друзьям, негритянским музыкантам, вам не хочется сыграть «Подмосковные вечера»? Ну ладно. Thank you.
Thank you.
Без смерти, без смерти.